Под ночь и остались в заправке просто подремать. Ну, машины обычно не тонируют, они все спят время. Бьют стекло на кого, хватает то, что лежало там, ну, будет, что ли, передум, хватает. Ну, я вот смотрю, на таком обычном пасху, не заправились, на том же стекло. Не знаю. Они, наверное, не разобрались, если кто-то говорит. Паспорт пусть не спали. Прямо... Только спальня не нужна. Ладно, все тоже. Thank you.